Здравствуйте, уважаемые доставщики еды и курьеры, да, пешие и, короче, кроме водителей, таксистов. Но, я думаю, если вы на машине, тоже вам касается, да. Первый плюс, это, конечно, здесь нету никакой начальников, да, вставай в 7 утра, вставай в 9 утра, чтобы не уходил после 5, короче, до 7 должен ровно уходить и в 6 вечера, такое нет, вы сами свое время выбираете. Кстати, я через 3 месяца даже на работу выходил, да, ничего, нормально, то есть в июне работал, в сентябре вернулся как-то, и мне никто ничего не говорил. Просто фотоконтроль прошел, там сфотографировал удостоверение личности и себя, и все. Сразу через 10 минут, не через, после отправки видео, быстро проверять, и все, на работу. То есть, нету начальников. Я сам в 10 утра выходил, и потом возвращался поздно, так как, да, что плотно работал, чтобы денег много выходило. Да, кстати, насчет денег, здесь вы можете в день взять, через 2 часа взять, через 3 часа, через 5 минут. Да, многие таксопарки дают сразу через 5 минут, да. Но насчет моего таксопарка, к сожалению, сделали, возможно, не к сожалению, для меня это нормально, в неделю только один раз сделали выводить деньги, и то тот неделю, да. То есть это как? Накопил солидные деньги в неделю, поработал, пахал нормально и... Все, накопил и в следующую неделю выводил. Тоже нормально. Но многие таксопарки делаете сразу в день-день. То есть в приложении выводите деньги и все. Через 5 минут деньги у вас уже на карточке стоит. То есть никакой зарплаты, никакой 30 дней, не будете ждать. Ой, когда 10-е будет, ой, когда 5-е будет. Такое нет, все, в любое время можно деньги выводить. Здесь у вас диплом ничего не будет спрашивать, где вы учились, что просто... Там какие-то нибудь анкету заполняйте в таксопарке, там, женат, где учились, все, неважно, хоть университет, колледж не учился, не, все равно опыта есть, не надо опыта, здесь даже опыта не надо, университет ваш тоже не надо, колледж ваш тоже не надо, здесь все, какую-нибудь анкету заполняйте, какого года рождения, какую дату рождения, и все, сразу на работу, через анкету заполнить, все, в день-день можно выходить на работу. Никакой опыт работы здесь не нужен. Не знаю, здесь это необычный минус, когда вы доставляете еду, и вы идете по дороге, а получатель отменяет. Ну, каким-то образом там у него какие-то проблемы, и у него деньги списываются за все. Но вам говорят, многие компании выкидывают мусор. Ну, really? Кто будет выкидывать мусор? Вы можете съесть сами, да, кстати, есть... который я знаю, около 7 тысяч в день, ну, Макдональдс, он сам сел там на 7, классно же, короче, это очень хорошо, это плюс даже, увидеть город, это хорошо же, когда вы, особенно в новом городе, да, работают кайфом, где, что находится, я, например, в новом городе работаю через приложение Тугис, ну, классно, не запутаешь ничего, все нормально, в Москве, например, работает, это же кайф, в своем городе работа тоже хорошо, но когда в другом городе, да, ощущения это вообще другие. Да, кстати, вы можете совмещать с учебой, с работой, это тоже же плюс, да, например, пришел с урока, например, и в обеде до 7 вечера поработал и накопил денег. И на работу тоже 2 дня, например, отдыхаешь, тоже можно поработать. Короче, можно. Еще плюс большой, это такой жирный плюс, ничего не надо обучаться. В приложении посмотрел 1-2 урока и все, сразу через 10 минут можно выходить на работу. Ничего. Особенно Яндекса, все прозрачно, все удобно сделать. Вам не надо просто здравствуйте, забирать посылку и отправитель, до свидания. Все, все прозрачно, никто... Приложение все удобно сделали. Никакое там, где искать, все удобно сделали. В подвижные... Не знаю, кому как, но это подвижная работа. Вы будете, если пешим, много будете ходить, если на велосипеде, вы будете тратить много калорий. То есть, соответственно, вы будете сжигать жир, если у вас есть дополнительные лишние килограммы. То есть, работа подвижная, в том-то и плюс. Это как спорт, вы уже как бы полупрофессиональная ходьба, полупрофессиональный спортсмен. Еще один тоже большой плюс, вы изучаете местности. Вы все равно столкнетесь, где вы пойдете в новый микрорайон. Вы удивитесь, что? Есть такой микрорайон? Я не знал.
Типа, вы все равно у вас будет в каком-то дне, вы пойдете, то есть вы будете узнавать новые места в своем же городе. Да, там есть. Ну все, плюсы я сказал, да, подпишитесь на канал, поставьте лайк, да, если вы хотите работать в Яндексе, в описании под видео есть видеоуроки про Яндекс Про, да. Не забудьте поставить лайк, не забудьте поставить, ну, подписаться, нажмите один раз.